ажиотаж с места событий. Это контактный зоопарк, где находятся все богини Фемиды 2016. Я думаю, в каждой команде, в каждой участнице есть какой-то зверь. Насухо, да. Насухо. Очень впечатлила, потому что она не безобидна, она не кусается, не царапается, но она ворует и лезет в сумки. И если ты хочешь привлечь внимание на сухи, нужно просто показать ей сумку, она будет тут как тут. Ну это мило, это впечатлило. А остальные? Я боюсь животных. Да, мне здесь понравилось. Последний раз я была в зоопарке, но очень давно. И всех потискать, особенно барашек. Очень прикольно. Нет, сейчас еще приятнее, но вообще у меня волосы еще. Я ассоциирую себя с дельфинами, потому что они такие свободные, такие красивые. Богиня Фемида должна быть такая же милая, как и животные. Я посвящаю тебя королеве кольцом. Ура! Здесь очень весело, здесь животные очень-очень шустрые, они напоминают мне меня в мои лучшие годы. Сегодня я даже устала, запуталась. Мы устраивали гонки с бурундуком, было вот так вот просто. Я думаю, что богиня должна обладать харизматичностью, как этот енот. Они все такие подвижные, все такие жизнерадостные, но иногда можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня. We'll be right back.